Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, есть ли в Абхазии банкоматы Сбербанка. Стоит отметить, что в Абхазии в принципе очень мало банкоматов. И всегда к этим банкоматам, особенно в день зарплат и пенсий, могут быть огромные очереди, особенно если это небольшой населенный пункт. Что же касается именно банкоматов и отделений Сбербанка. Есть в Абхазии тоже банк под названием Сбербанк, но это Сбербанк именно Банк Абхазии. И ничего общим со Сбербанком России у этого банка нет. Так что, пожалуйста, не путайте, это два разных банка. Но у этого банка есть также свои банкоматы. Конечно же, не сказать, что их огромное количество, но все же они есть. И, конечно, сейчас, с недавнего времени, несколько лет назад, пару лет назад буквально, начали обслуживаться все платежные системы. То есть, если раньше было только Visa, MasterCard, то сейчас ввели полное обслуживание также карт с платежной системой МИР. То есть с любых карт есть возможность снять наличные. Да, конечно, Сбербанк Абхазии и Сбербанк России – это разные вещи, но если у вас карта Сбербанка, то вы можете без комиссии в этих банкоматах снять свои деньги, причем неважно, какая именно сумма у вас будет. Если же вы захотите снять с карты Сбербанка другие, например, в других банкоматах свои деньги, то в этом случае чаще всего именно с карты Сбербанка будет взиматься комиссия, и составляет она минимум 100 рублей. Но где есть бесконтактная оплата, в любом случае вы можете пользоваться картами Сбербанка, но практически во всех магазинах, каких-то точках, например, торговых точках, расплачиваться нужно именно наличкой, но в Абхазии расплачиваются все российскими рублями, так что, в принципе, проблем с этим не возникает. Так что в любом случае вы можете пользоваться картой Сбербанка, где есть обслуживание, безналичное обслуживание. Вы можете также снимать наличные, но в любом случае запомните, что именно Сбербанка России в Абхазии нет, есть Сбербанк, именно Сбербанк Абхазии. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!